Рисование по телу принимает уникальную форму в руках итальянского художника Гидо Даниэля. Он рисует удивительно детальные и правдоподобные изображения животных. Его холст – человеческие руки. Мастер говорит, что его искусство – это способ привлечь внимание к вымирающим видам. Животные на руках означают призыв. Подайте руку помощи животным, защитите животных. 64-летний художник из Италии занимается рисованием с детства, но создавать картины на теле начал только 15 лет назад. У художников есть шанс передать какое-то послание через искусство. Мое послание – защитить природу, защитить жизнь, не разрушать. Я провожу исследования, передаю свое послание, и все. Больше сделать я не могу. Гидо говорит, что руки – это самая выразительная часть тела человека после лица. Сегодня его творения впервые смогут увидеть жители США. В Нью-Йорке открылась выставка фотографий его работ. Здесь представлено 24 больших снимка, на которых можно увидеть изображения зебр, слонов, рептилий и птиц. Художник говорит, что при создании своего искусства использует не краски, а грим. В обычной краске много ядовитых веществ, так что я использую грим для японского театра. Это порошок из натуральных продуктов, смешанный с водой без клея. Он держится всего несколько часов, поэтому я должен закончить работу за один день. Даже сложные картины нужно нарисовать за 6, 8, 10 часов, не больше. После этого я делаю снимок и все, день прошел. Впрочем, Гидо говорит, что не жалеет о такой короткой жизни его творений. Я рисую один день, делаю снимок, и картина исчезает. Но фото остается навсегда. Это хорошо. Сама выставка в Нью-Йорке тоже будет краткосрочной. Она продлится с 15 по 25 января.